שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש. Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1276, статья «Что означает «Встань же, Творец, и рассеются враги твои в духовной работе». Учебный материал есть на сайте Сиватува и Арвуд. Можно задавать вопросы через сайты. Да, это очень важная, очень красивая статья, в ней Рабаш описывает так достаточно широко несколько очень важных моментов. Давайте послушаем. Труды Рабаша, второй том, страница 1276, статья «Что означает «Встань же, Творец, и рассеются враги твои в духовной работе». В Иерусалимском Талмуде говорится, сказано, Рашби говорит, «Если увидел ты людей, которые отчаялись в Торе, встань и укрепись в ней, и ты получишь награду за всех их». Конец цитаты. И надо понять, что означает «люди, которые отчаялись в Торе», так как отчаяние относится к тому, когда человек приложил много усилий, чтобы достичь чего-то. И он видит, что все усилия не помогли ему, и он все еще не достиг этого. Тогда человек приходит в отчаяние. Согласно этому получается, что если человек видит, что творения уже отчаялись найти Тору, несомненно, после того, как уже приложили усилия, в таком случае, как же можно сказать «встань и укрепись в ней», ведь мы видим, что усилия не помогли им. В таком случае, в чем же надо укрепиться? Известно, что в отношении работы мы учим все в одном теле. Согласно этому получается, что то, что он видит, что люди отчаялись в Торе, это все в одном человеке. В таком случае, что означает, что он увидел людей, которые отчаялись в Торе? И следует понять, что значит, что сказано, что они отчаялись, буквально отчаялись руки их в Торе. Известно, что руки означают то, что берут в руки. В таком случае, что значит, что отчаялись руки их? Что означает, что они увидели, что невозможно получить в руки их от Торы то, что они хотят получить. В таком случае следует знать, что значит, что они хотели получить от Торы и отчаялись в этом. Известно, что человек создан со злым началом и с добрым началом. И злое начало было создано сразу же после того, как человек родился. И в этом желании человек не должен прилагать усилия, чтобы обрести его. И это из-за того, что Творец создал человека в такой природе, которая называется желание получать наслаждение и удовольствие. Поэтому, поскольку это исходит от природы, это очень сильно и не нуждается ни в какой помощи. А всюду, где человек видит, что он может насладиться от чего-либо, он тотчас же будет делать то, что в его силах, чтобы достичь наслаждения. И согласно этому следует спросить, если он старается принести человеку наслаждение, почему же оно называется злым началом? Ведь оно заботится о том, чтобы принести человеку наслаждение, а не плохие вещи. И ответ состоит в том, что цель творения была, чтобы насладить его создание. Но
для того, чтобы не было стыда, произошло исправление, чтобы в получающие килим высшее благо не входило. И это называется исправление сокращением. И только тонкое свечение светит в получающие килим. И это то, что объясняет великий Ари, что Малхут оживляет клипот, как сказано, и ноги ее нисходят к смерти. И этим питается материальный мир. Однако истинные блага и наслаждения, которые были в замысле Творца, не светят в получающий килим. Получается, согласно этому, что злое начало, которое называется желанием получать ради собственной выгоды, не способно получать истинные блага и наслаждения. Поэтому, поскольку желание получать для себя мешает, оно называется злым началом, ведь это то, что мешает человеку, чтобы у него была способность получать благо. Поэтому, поскольку человек был создан с природой желания получать для себя, как может быть такое, чтобы у человека была сила выйти из-под власти злого начала? И на это дается ответ мудрецов, которые говорят: «Так Творец сказал Исраэлю: я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И если вы занимаетесь Торой, не отдадут вас в руки его». Из сказанного выходит, что только благодаря Торе можно выйти из-под власти злого начала. Это значит, что когда человек изучает Тору, он всегда должен видеть, взял ли он уже от Торы смирение для злого начала. Поэтому, если человек учит Тору, он видит, что он не получил от Торы ее лекарство, которое смиряет злое начало. И получается, согласно потраченному времени и усилиям, которые он приложил в изучении Торы, и тем не менее он не сдвинулся ни на йоту от своего зла, а иногда он видит наоборот, что он шел обратно. И каждый день человек считает себя новым творением. То есть каждый день он думает, что, может быть, сегодня он удостоится того, что Тора даст ему лекарство, чтобы убедить злое начало. А поскольку он видит, что у него не получается, человек приходит в отчаяние и говорит, что хотя мудрецы сказали: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», может быть, это возможно именно у человека, который родился с хорошими свойствами, но он сам видит свою низость и что не в его возможностях достичь такого уровня. В таком случае он должен уйти с поля боя, потому что, по-видимому, это не для него. И жаль времени, когда он прилагал усилия напрасно. И это приводит его также в состояние, которое называется «сомневается в прошлых добрых деяниях». И это, как сказано, если увидел ты людей, которые отчаялись в Торе. То есть все те дни, когда он занимался Торой с намерением достичь от Торы лекарства для отмены зла, и поскольку каждый день есть для него новое творение, получается, что в его теле есть много творений, людей. И сейчас
они отчаялись в Торе, поскольку он находится в состоянии, когда уже никогда не получит этого лекарства от Торы. А так он находится под властью желания получать. В таком случае, что же он должен делать сейчас? Ведь в мире принято, что человек приходит в отчаяние от чего-либо, чего он хочет достичь, и тогда он оставляет это и убегает от этого. В таком случае он должен убежать с поля боя. Об этом Рашби говорит: «Встань и укрепись в ней, и ты получишь награду за всех». Следует понять, что говорит Рашби, добавляя: «И ты получишь награду за всех их». Почему же недостаточно того, что он сказал? Пусть он верит в слова его: «Встань и укрепись в ней». То есть, что мы должны верить в веру мудрецов, что нельзя отчаиваться, и верить, что Творец слышит молитву всех уст. Почему же он добавляет еще: «И ты получишь награду за всех их»? А если он не получит награду за всех их, человек не должен укрепляться и не должен отчаиваться, страшно сказать. И следует объяснить, что он сказал: «И получишь награду за всех их», потому что нельзя отчаиваться в том, что он не получил от Торы лекарство, дающее нам отмену злого начала. А дело в том, что мы должны верить, что то, что человек начинает работу на отдачу, человек всякий раз видит, что он больше погружен в эгоистическую любовь. И каждый день, когда он добавляет в работе то, что считается новым творением, как сказали мудрецы, а высказывание Гера, обратившееся к Творцу, подобен новорожденному, что означает в отношении работы, что каждый день, когда человек принимает на себя бремя высший Малхут, он становится тогда Исраэль. И это называется Гер, обратившийся к Творцу, подобен новорожденному. Получается, согласно этому, что человек состоит из множества людей. И то, что творения размножились, означает, что он видит, что все еще не удостоился постоянной веры, и он все еще отдален от Творца из-за различия по форме, что приводит к отделению от Творца. И это называется, что он видит, что люди отчаялись в Торе, как сказано выше, что они отчаялись в получении лекарства, которое называется «отмена зла». И вопрос: почему Творец не дает им того, что он обещал нам? Как сказано, что он сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Почему же те люди, которые хотят работать ради отдачи, он не дает им эту приправу? А ответ, как мы объяснили в предыдущих статьях, нет света без кли, нет наполнения без хисарона. И поскольку человеку не показывают хисарон больше, чем он готов принять, то есть согласно мере добра, которое есть у него, то есть согласно тому, насколько он занимается преодолением зла и делает действия, чтобы отменить это зло, поэтому ему раскрывают всякий раз больше хисарон согласно величине его работы, насколько он далек от желания отдавать. Получается, что на самом деле Творец слышит молитву.
Но ответ на молитву не такой, как человек думает, чего ему недостает, то есть наполнение. Ведь на самом деле человеку недостает хисарона, то есть истинного желания, чтобы он захотел в своей жизни удостоиться желания только лишь доставлять наслаждение Творцу. А поскольку человек в начале своей работы думает, что ему недостает немного желания отдавать, другими словами, то, что у него пока еще нет потребности, чтобы у него была способность доставлять наслаждение Творцу, это небольшой хисарон из-за того, что он не настолько погружен в эгоистическую любовь, а он думает, что как только он захочет работать ради отдачи, у него будет способность делать это. Получается, что у него пока еще нет настоящего хисарона, то есть чтобы он почувствовал, насколько он далек от того, чтобы делать что-то не ради собственной выгоды. Поэтому это не считается истинным хисароном, чтобы Творец наполнил ему его хисарон. Поэтому начало ответа на молитву — это для человека, который хочет идти по пути отдачи. Это то, что Творец показывает ему всякий раз больше хисарон, насколько он далек от работы на отдачу. Получается, что то, что человек видит, что Тора не дает ему приправу, это ему во благо. То есть этим он получает кли, называемое хисарон, чтобы Творец дал ему потом наполнение на этот хисарон. Получается, согласно этому, что в мере, в которой он получает всякий раз большую меру хисарона на отдачу, он получает благодаря этому увеличение килим, чтобы они были способны получать наполнение этого хисарона. Другими словами, если у него есть большое желание достичь желания отдавать, получается, согласно этому, что увеличение хисаронов называется увеличение килим для получения наполнения, которое называется желание отдавать. То есть, что он получает большое желание отдавать согласно умножению своих килим. То есть, согласно мере хисарона, в этой мере он может получить приправу от Торы. Получается, согласно мере умножения килим, в этой мере он получает свет. Из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, что добавляет нам Рашби, говоря, что он получит награду за всех их. И из сказанного выше следует объяснить то, что человек видит, что люди отчаялись в Торе, то есть, что они видят, что они не получают в руки свои приправу, которую Тора должна дать им, то есть отмену злого начала. А наоборот, об этом говорит Рашби, знаете, что все отталкивания, которые человек чувствует, когда всякий раз его отталкивает дальше от достижения приближения к Творцу, то есть свойство подобия по форме, которое называется слияние с Творцом, вызвано тем, чтобы вы обрели килим для получения приправы. Получается, что сейчас, когда у вас есть много килим, а это исходит от многих отталкиваний, сейчас все эти килим получат вознаграждение, то есть наполнение. И это называется, что он получит вознаграждение за всех. То есть, соответственно, всем отталкиванием, поскольку эти отталкивания — это килим для получения наполнения, которое называется вознаграждением. Получается, что человек, когда он видит, что он находится среди мыслей и желаний, желания получать,
которые называются грешники, из-за того, что они делают человеку зло, чтобы он не смог прийти к достижению добра и наслаждения, заключенных в замысле творения, заключающегося в том, чтобы насладить свои создания. И следует знать, что они также называются врагами Творца, поскольку они мешают Творцу, так как Творец не может реализовать на практике свой замысел нести добро своим созданиям. Из-за желания получать для собственной выгоды Творец не может давать им, поскольку все уйдет в получающие келим, являющимися свойством ситры ахры. Получается, что эти грешники, то есть желание получать, которые накопились у человека, называются врагами Творца и врагами творений. Из сказанного можно объяснить слова «искал я Творца, и Он ответил мне». И объясняет Радак «искал я», потому что, находясь в руках их, в сердце своем, он искал Творца и молил его в сердце своем, чтобы спас он его от рук их. И в плане духовной работы следует объяснить, что Давид увидел, что когда он находится в руках их, то есть под властью мыслей и желаний, желания получать, в сердце своем он требовал Творца, то есть искал Творца, что хотя он видел, что они властвуют над ним, тем не менее, в любом случае, в обращении сердца своего он искал Творца, чтобы он спас его из рук. То есть хотя во внешнем они властвовали над ним, но внутри сердца он протестовал против того, что они властвуют над ним, и умолял Творца, чтобы он спас его из рук. В любом случае, внутри сердца он искал и молил Творца, чтобы он спас его из рук их и не отчаивался от того, что во внешнем они властвуют над ним. И это, как сказали наши мудрецы, даже если острый меч приставлен к шее человека, не должен он отчаиваться в милосердии. Как сказано выше, падение тоже приводит к наполнению хисарона. Из сказанного следует понять то, что мы спросили, что значит «встань же, Творец, и рассеются враги твои, и обратятся в бегство ненавистники твои от лица твоего». В работе следует понимать, как сказано выше, кто такие враги Творца в работе. Это те, кто не дает человеку работать ради Творца. И следует сказать, что это те желания, которые существуют в человеке, работать только ради собственной выгоды. Эти желания называются враги Творца и враги человека. Потому что то, что они не могут работать ради Творца, это называется враги Творца. Не из-за того, что Творец нуждается в том, что работали ради него, а благодаря тому, что они будут работать ради Творца, они получат слияние с Творцом, то, что называется «отдающие келим». И в эти келим Творец может дать добро и наслаждение, которое было в замысле творения. А поскольку это желание получения ради себя мешают этому, получается, что они мешают желанию творить добро своим созданием, то есть он не может реализовать это на практике. А также они называются врагами человека, поскольку желание получать мешают творениям, чтобы они могли получать благо и наслаждение, которое Творец хочет дать им. И эти желания получения ради себя не способны получать
иначе как от света, который называется тонким свечением, который светит в клепоты. От этого тонкого света есть способность светить в получающие килим, которые принадлежат клепот, тогда как на настоящий свет было произведено сокращение, чтобы он светил только лишь в килим святости, которые называются отдающие килим. То есть именно в желании насладить Творца, а не ради собственной выгоды. Поэтому мы просим, встань же, Творец, и рассеются враги твои, поскольку вся сила, которая есть в желании получать, относится к шхине в апрахе, шхине в изгнании, поскольку святость находится в скрытии и сокрытии, и мы не видим ее важности, поэтому враги Творца и враги человека поднимают голову и хотят властвовать. Тогда как, если Творец поможет нам во время скрытия, и Малхут тогда находится в свойстве праха, то есть творение не ощущает существование Творца, а клепот стоят перед нами, и святость скрыта, то есть мы не видим ее важности. Тогда, как сказано выше, враги Творца и враги Израиля властвуют. Как приводится в книге Зоар о Малхут, который является древом познания добра и зла, удостоился хорошо, то есть зло покрыто и не проявляется наружу. Автоматически зло не властвует, потому что оно скрыто. А если не удостоился, плохо. То есть добро в скрытии, а зло проявляется наружу. Тогда зло властвует, поскольку зло раскрыто, а добро находится в скрытии. Поэтому человек видит, что иногда человек понимает, что главная цель человека — работать ради небес, и у него нет никаких сомнений в этом. Но человек думает, что это естественно, то есть что не может быть иначе. А потом, после этого состояния, когда он понял, что главное — это только выполнять святую работу, а не устремляться за большинством, и еще более того, иногда он смотрит на большинство и не может понять, как люди, обладающие разумом, могут быть настолько погружены в глупые вещи и не заниматься святой работой. А потом человек сам падает в разные виды любви к глупостям, над которыми он до этого смеялся и не мог понять. А сейчас он сам находится там. И следует понять, как такое возможно. И ответ, как сказано выше, что после этого, когда человек приходит в состояние «не удостоился», и тогда добро исчезает у него, и зло раскрывается у него. Поэтому он устремляется за тем, что проявляется снаружи, и это зло. И у него нет выбора, и он делает только то, что проявляется наружу. И потому сказано, что Малхут называется древом познания добра и зла. Но весь выбор состоит в том, что будет раскрыто. То есть выбор быть удостоившимся или не удостоившимся. Получается, что человек должен сделать только одно. То есть чтобы он молился Творцу, чтобы зло было покрыто, а добро было бы открыто. И автоматически у него нет тогда работы ради небес, потому что он не может понимать иначе, кроме как работать ради Творца. И у него нет тогда никакой работы,
чтобы отменять себя перед Творцом, а он думает, что это естественно. Поэтому все, что он думал до этого, что это невозможно, сейчас он видит, что это естественно, и хочет отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И все это вызвано тем, что зло покрыто, а добро раскрыто наружу. Как сказано, встаньте же, встань же, Творец, и рассеются враги твои. То есть мы молимся, чтобы Творец был в свойстве «встань же». Как мы молимся, говоря «милосердный, он поднимет нам падающий шатер Давида», где шатром Давида называется свойство Малхут, которое находится в виде шхина в прахе. И мы просим, чтобы Творец поднял ее из ее падения, и чтобы она была в свойстве «встань же», в полную высоту. И автоматически каждый отменит свое «я» и захочет работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды. И благодаря «встань же, Творец», будет потом и рассеются враги твои. То есть желания, которые есть в творениях, являющиеся врагами Творца и врагами творения, рассеются и обратятся в бегство ненавистники твои от лица твоего. То есть когда будет свойство «встань же, Творец», святость будет тогда в свойстве «по ним», «лик», и тогда исполнится «и обратятся в бегство ненавистники твои от лица твоего». То есть, как сказано выше, все ненавистники и враги обратятся в бегство. А по поводу «встань же, Творец, и тогда рассеются враги твои», следует знать, что рассеяние врагов еще не является окончанием работы, хотя это главная работа. Как сказано, «и устрани зло из среды твоей». Однако это только исправление творения, но не цель творения. Ведь цель творения состоит в том, чтобы нижние получили благо и наслаждение, что называется свойством Торы в виде имен Творца. Получается, что первое свойство — это свойство веры, высшая Малхут, а затем идет свойство Торы. И потому сказано, ибо из Сиона выйдет Тора. То есть человек должен удостоиться свойства Торы, являющегося свойством имен Творца, что является свойством блага и наслаждения, заключенного в замысле творения. Однако не следует забывать, что главным образом человек должен стараться идти в правой линии, называемой совершенство, и верить в веру мудрецов, которые сказали, что человек должен радоваться тому, что Творец удостоил его, чтобы он мог исполнять Тору и заповеди хотя бы в лолишма. То есть то, что человек видит, что все, что он делает, это только ради собственной выгоды, а ради Творца он не может сделать ничего, есть тоже великая вещь. И человек должен получать от этого радость и воздавать Творцу благодарность за это, как сказал мой отец и учитель, что лолишма, которое человек совершает, важно для Творца еще больше, чем, как человек думает, важно лишма. И, несомненно, лишма важнее, но и лолишма тоже важно для Творца. Поэтому человек должен пребывать в радости даже и от лолишма.